Продолжить службу по контракту. Такую возможность предлагают в Уральске. В областном управлении по делам обороны агитировали молодых людей пополнить ряды контрактников. На такую службу могут отправиться не только те, кто отслужил срочную воинскую службу, но и окончившие военные кафедры. Какие условия предлагают солдатам, узнали наши корреспонденты. Объявление о наборе на военную службу по контракту население заинтересовало, но кандидатам предстоит пройти жесткий отбор. В числе главных критериев – возраст. Желающим от 19 до 35 лет открыты все дороги. Также претенденты должны отслужить срочную воинскую службу и не иметь судимости. Взамен обещают стабильную зарплату, социальную поддержку и даже жилье. Сегодня приоритетом комплектования воинских частей у нас пользуются части аэромобильных войск, разведподразделений и бригада береговой охраны в городе Актау. Это те части, которые нам необходимо скомплектовать именно военкомату, в ближайшее время. Виталий Черный отслужил в армии 4 года назад. Уже тогда парень хотел остаться служить по контракту, но жилищные проблемы не дали осуществить мечту. Сейчас положение изменилось. В данный момент я узнал то, что предоставляют жилье. Я решил поступить в Актау, также в 25744, и проходить там контрактную службу. Мои родственники все за, никто не против. Уже сейчас сформирована команда контрактников в количестве 60 человек. Все они будут служить на благо Родины. Роман Копняев, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42.